В 1967 году на вооружение войск специального назначения был принят бесшумный пистолет ПБ. Существует устойчивое мнение, что это оружие создавалось на основе пистолета Макарова. Однако это не так. Действительно, при конструировании пистолета было приказано использовать штатный ударно-спусковой механизм и магазин от пистолета ПМ. А все остальное – это лишь внешнее сходство. Глушение звука выстрела обеспечивается глушителем, состоящим из двух частей – расширительной камеры и съемного дульного насадка. Для стрельбы из пистолета используется штатный пистолетный патрон от пистолета Макарова. Пистолет обеспечивает бесшумное поражение цели на дистанции до 50 метров. На этих кадрах выстрел происходит почти в 150 раз медленнее, чем в реальном времени. Если замедлить процесс в 400 раз, можно увидеть пулю. Ее скорость около 300 метров в секунду. Видно, как из ствола вырываются пороховые газы, но они затормозились в глушителе и громкого хлопка уже не издают. Впрочем, полностью бесшумным пистолет ПБ назвать нельзя. Стрелка выдает лязг затвора при выстреле. В тишине этот звук хорошо слышен.